Градостроительная политика областного центра в последние несколько лет оформилась окончательно, во многом благодаря утверждению генерального плана застройки. Были обозначены виды планируемого жилья, перспективная этажность, утверждена архитектурная концепция, один из примеров которой – застройка 5-го юго-западного микрорайона. Дома здесь яркие, безбарьерная среда комплексная, проспекты большие, а дворовые территории подчинены пешеходным канонам. Транспортное движение здесь максимально ограничено. На этом же участке архитекторам, проектировщикам и строителям удалось максимально свести транспортные потоки с учетом европейских технологий. В данном районе принято ряд, достаточно современных и таких прогрессивных решений. И начиная от транспортной инфраструктуры и, в общем-то, заканчивая дворовыми территориями и самой застройкой. Если говорить о транспортной инфраструктуре, значит, магистральные сети, район в ближайшее время будет подключен к западному обходу. Улица Якельчика, на которой мы сейчас стоим, она выйдет на западный обход. Улица Мытняя – это есть продолжение западного обхода. Поэтому это все одна такая большая коммуникация, предназначенная для быстрого объезда города. Пустить движение в юго-западе значит дать старт новому формату перемещения по городу. Это отметил в рамках открытия участка дороги мэр города Александр Рогачук. Улица Якельчика вышла на улицу Мытную, которая является продолжением западного обхода, предназначенного для объезда центра, таким образом создавая огибаемое дорожное кольцо вокруг города. Это новый микрорайон нашего города. Я думаю, что у нас развитие строительства микрорайона Юго-Запад 5, еще один микрорайон построим, лейтенант Рябцева, и дальше будем уже оптимизироваться в рамках этой территории. Важно, что темпы не теряются, что по жилью мы лидеры в республике среди областных городов, видите, европейские подходы, велодорожки, тротуары, широкие зоны, бульварные зоны, и то, что это не улица в том понимании архитектурном, а микрорайон лично мне больше нравится, то здесь широко. Поэтому сегодня, между прочим, день освобождения, это как раз день рождения микрорайона Юго-Запад 5. И когда здесь уже будут полностью люди заселяться, мы будем говорить, что ваш день рождения совпадает с днем освобождения, 28 июля. Строительство в юго-западном микрорайоне номер 5 в ближайшее время будет завершено. Большую часть застройки здесь возвели силами специалистов предприятия «Брижилстрой». Далее работы перейдут на участок Юго-Запад 1, где особое внимание будет уделено возведению помещений для бизнеса и торговли.